Всем привет! Сегодня мы построим простой Делориан без масштабирования. У этого Делориана есть подвеска, и он умеет летать. Перед началом туториала поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Сейчас давайте пройдем билд-бот на этом Делориане, а потом я вам покажу, как его построить. Если у вас есть какие-нибудь интересные постройки, то напишите о них в комментариях. Вы можете отправить их на мою электронную почту, которая находится в описании. Если она будет интересная, то мы ее обязательно снимем и покажем на моем канале. Для этой постройки нам понадобится 4 колеса, 4 сервопривода, 2 плоских колеса, 3 магнита, 31 железный блок, 2 забора, кресло пилота, 1 кнопка. Время туториала. Ставим один блок массу и на нем строим металлическую платформу 7×4 блока. Но перед этим уровень скрепления поставим на зеленый. По центру этой платформы ставим 2 металлических забора, удаляем нижнее масло и на эти 2 забора ставим 1 металлический блок. Уровень скрепления ставим на оранжевый. Теперь спереди и сзади этого блока ставим по 1 плоскому колесу. На переднее колесо ставим 1 магнит, а на заднее 2 магнита. Рядом с передним колесом ставим кресло пилота. Нельзя, чтобы оно касалось темно-серой части колеса. Сзади кресла пилота ставим 2 железных блока. Спереди максимально низко ставим деревянный блок и к нему прикрепляем 1 деревянный забор. Здесь мы ставим обычное колесо. Точно так же делаем с другой стороны. Готово, теперь удаляем все это дерево. То же самое нужно сделать сзади. Максимально низко ставим сервопривод и к нему ставим еще один сервопривод, только уже максимально высоко. Получается вот так. Так нужно сделать со всеми колесами. С помощью любых заборов прикрепляем сервоприводы к корпусу. Точно так же делаем с другой стороны. Начнем привязку и настройку. У сервопривода включающий момент ставим на оранжевый. А у 2 заборов и нижнего блока отключаем коллизию и ставим прозрачность на 100%. Сверху на эти металлические блоки ставим 1 вот такую кнопку. Теперь все это нужно отвязать от кресла пилота. Если хотите, вместо металлических блоков можете поставить здесь другие. Все эти сервоприводы привязываем к верхней кнопке. И магниты тоже. 4 колеса привязываем к креслу пилоту на клавиши EQ. Теперь у 2 сервоприводов, которые я выделил, включаем обратный поворот.
Все готово, сохраняем и давайте пройдем испытание. Клавиша E мы можем ехать вперед, клавиша Q назад. Если мы зажмем эту красную кнопку, то мы полетим. Чтобы опуститься на землю, просто отпускаем левую кнопку мыши. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем пока!